Один стакан сметаны. Доводим до кипения. Немножко соли. 1/4 часть чайной ложки. Теперь нужно добавить 2 столовых ложки муки. Раз. Два. 4 ложки муки, потому что сметана жидкая, магазинская, а не деревенская. Вот так он закипает. Постепенно начинает она сгущаться. И превращается в блюдо под названием саламат. Это традиционное бурятское блюдо. Очень вкусно. Ну вот, практически все выпарилось. Аромат очень вкусный. Готовится быстро. Ну, примерно окончательно выглядит вот так.